Çek ya köylek yara şara kelin çek getse. Çek ya köylek yengen ya söttüm ona. Aksı tinge ya razı bula kettim ona. Yar yara kettim ona. Ak mıltıka ara otgan otam o'z qizini Yahyo qilib sotgan otamsa otasi haylashib turgan yig'lab turadi shuydi o'z qizini yo o'rniga yo bodom eksin bodom shohiya qayrilsa ey bolam desin desa yig'laydi keyin Yig'lama kelin, ha, yig'lama, uy yig'lama qiz, seniki. yig'lama yo, to'y seniki, ostonasi tillodan uy seniki. Это сестра Мухаммадамина? Да, это младшая. Свет еще отключили. Ох, скажи тете, которая для телевизора снимает. Ох, 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 скажи. Глазками, глазками. Строй глазки. Ох, ох, ох. Вот, к примеру, обычная колыбельная. Если мать не будет петь колыбельную, откуда ребенок получит любовь? А если невеста, качая колыбель, споет «Алла, йо, Алла, Алла», сколько любви получит этот ребенок? А если у нее нет голоса, и она просто будет бубнить, что из ребенка вырастет? Смотрите, мне парень подарил новый платок. Я его в торопях взяла, даже этикетку не сняла. Я подарил тебе на праздник платок, чтобы ты стала моей женой. Тебе к лицу красивый. Ой, такие шашлыки приготовил. На углях. На одной стороне баранина, на другой говядина. Да, такой пир устроен. Такой пир. Если женщина может спеть колыбельную йор-йор, она умеет петь. Если есть немножко сладости в голосе, в тоне, если есть боль в душе, тогда будет хорошо петь. Нельзя запрещать петь. Нельзя говорить, в религии такого нет. Думаю, это неправильно. Завтра начинается Рамадан. С праздником. Пусть он будет благословен. Приближается месяц Рамадан. Будем соблюдать пост Аллаха. Будем соблюдать пятую, четвертую обязанность ислама, если будет на то воля Божия. Пусть Аллах призовет вас всех в хадж. Пусть призовет, дай Бог. Пусть так и будет. Пусть посчастливится вам совершить шествие вокруг священной Каабы и прочитать там хотя бы два намаза. Пусть Аллах примет вас всех в своем доме. Пусть так и будет. Пусть призовет вас. Аминь. Чтобы вы смогли дожить до этих дней. Наш президент Шавкат Мирзиёев тоже усердно работает. Спасибо этому человеку. Шавкату Мирзиёеву долгих лет жизни. Пусть его здоровье будет крепким. Пусть никогда не разорвутся наши дружеские связи. Не теряйте друг друга. Всегда пребывайте в хорошем настроении, как сейчас. Видели бы вы фрукты на рынке во время Рамадана? Ух, какое изобилие! Все есть. От всяких сладостей до сухофруктов. Не шалда еще. Да, не шалда. Да, вынесите нарезанную морковку. Хорошо. Ой, дорогая, мы уже 25 лет стоим у казана. Давайте хоть сегодня посидим. В любом случае, как же без главы семейства? Давайте, идемте к кастрюлям и сковородкам. Давайте один посмотрим, хорошо ли прожарился. Колыбельная идет от сердца. Это горечь в сердце матери. Когда мы поехали на конкурс прослушивания, мы заняли второе место. Первое место заняли певицы из Намангана. Мы репетировали в какой-то пещере. Один человек смотрит за ребенком. Ребенок плачет. Он никак не может уложить ребенка спать. Ребенок не перестает плакать и умирает. Второй ребенок тоже плачет. Мужчина пошел к Аллаху и просит. Он говорит: «Аллах, ты дал нам его. Дай ему и долгую жизнь». Жена позади его начинает петь «Алла! Алла! Алла!» И ребенок перестает плакать и засыпает. Yeah.
Это то, что нам осталось от наших древних предков. Или вот когда забирают невесту. Йор-йор, йор-йор, йор-йор. Поют и замолкают. Кто-то же пел это уже в те старинные времена. Он садится на лошадь и увозит ее на лошади. «Не плачь, девочка, не плачь. Так-такадум, так-такадум». Он медленно ее увозит. У нас в фольклоре вот какое положение. Есть областное управление культуры. Им занимается заместитель хакима области. Зовут его Синдар, начальник управления культуры и туризма. Он зам хакима области. Я пошла к нему. Посмотрите, для этих 15-16 женщин нет костюмов. Есть женщина, которая говорит, что она не может выступать, потому что ей муж не разрешает. Но он временный руководитель. Даже костюмами нас не могут обеспечить. Но если мы поработаем, где-нибудь дадим концерт, деньги на него идут. Мы переводим эти деньги в банк. Дайте нам эти деньги. Мы себе купим костюмы. Не дают. Куда они уходят? Что с ними? Мы не знаем. Нам нужны костюмы. Сами покупаем или шьем сами. Кто это сделает? Не понимаю. Сейчас мы работаем в культурном центре для незрячих при управлении культуры. Там же открылся наш фольклорный ансамбль. Например, нам выделили две комнаты в Доме культуры для незрячих. Мы аренду не платим, у нас своего места нет. Я часто провожу репетиции на улице. Места нет же? Зимой холодно, комнаты не отапливаются. Будете замерзать, дрожать и сидеть замерзшими ногами. Городское управление культуры в аварийном положении. Все разваливается. Пришел человек по фамилии Дарханов. Недавно стал начальником. Начальник управления культуры. Ой, вы работаете в таких условиях. Большое спасибо вам. Разваливается, сыреет, гниет. Сказал и ушел. Пусть будет помощником своему отцу, милый мальчик. Пусть будет защитником своей матери, милый мальчик. Пусть будет помощником своему отцу, милый мальчик. Пусть будет защитником своей матери, милый мальчик. Пусть начнет бегать, милый мальчик. Пусть у него будет свадьба, когда подрастет, милый мальчик. Пусть начнет бегать, милый мальчик. Пусть у него будет свадьба, когда подрастет, милый мальчик. А ну-ка, хороший мальчик, сейчас. Да, режь его. Да, давай порежем. Давайте усадим мальчика. Давай, садись, малыш. Да, бисмиллях. Давай, вставай, вырежи это. Пусть будет как лошадка. Пусть он начнет ходить. Пусть наши ритуалы подействуют. Пусть он начнет ходить. Порежьте. Вот, разбросайте пшеницу. Пусть мой ребенок побежит. Пусть его жизнь будет плодотворной, как пшеница. Бисмиллях ир-рахман ир-рахим. Да, с плеч. Да будет благословенна его судьба. Не сглазить бы. Пусть у него будет свадьба, когда он вырастет. Давайте попробуем поднять. Давай. Бисмиллях ир-рахман ир-рахим. Вставай, дитя мое. Давай, медленно. О, бисмиллях ир-рахман ир-рахим. Давай, шагай медленно. Да, он ходит. Ходит. Пришел бы даже министр, поинтересовался бы нашим фольклором. Эй, матушки, как у вас дела? Что происходит? Есть ли у вас место для репетиций? Есть ли условия? Почему им не интересно? Сидят в кабинете, выпускают указы. Никто их не выполняет. Смотрите-ка, зачем все это? Как наше дело продолжится, когда мы умрем? После нас будет молодежь. Говорят, пусть молодежь учится. Будут ли они работать в таких условиях? Будут ли интересоваться искусством? Будут говорить, света нет, зимой отопления нет, у меня ноги мерзнут, мне это не нужно. Зачем мне такое искусство? Будут говорить, у нас нет условий для работы. Никто не хочет этого делать. Начальник приходит и уходит, набивая карманы. А тут все как всегда. Базилик, 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 цветок вселенной базилик. Базилик, 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 райский цветок базилик.
Говорят, базилик излечивает 1000 недугов. Не так ли? Конечно. Почувствуйте его запах. Это райский цветок. У нашей матушки недавно родился внук. Эй, матушка, поздравляем вас с внуком. Да, бабулю поздравляем. Посадите бабульку, чтобы младенец не оставался один в чулю. Конечно, дорогие мои, позовите свою невестку. Пусть она споет колыбельную. Мы бы послушали немного. Сердце ребенка, которое растет под колыбельную, будет любящим, конечно. Он будет добрым к людям. Вот, например, нынешняя начальница управления. Она временно назначена начальницей городского управления культуры, исполняющая обязанности начальника нет. Смотрите-ка, она фольклорист. Фольклорист с высшим образованием. Окончила фольклорный факультет. Я, например, не фольклорист. Я вышла из народа. Иногда бывает, приходите, говорят, зовут, приглашают. Нет. Меня муж выгонит, я не выйду на сцену. Начальница управления культуры боится, не выходит и не поет. Я буду петь вот так, здесь, в этой комнате. Запишите мой голос. Все, меня нет. Какой она культуролог? Люди с высшим образованием должны понимать друг друга. У нее есть голос, она должна петь. Молодежь должна это услышать. Почему они этого не делают? Ладно бы они не работали в этой сфере. Есть очень талантливые молодые женщины. Ох, их голоса великолепны. Мужья не разрешают. Есть такие девушки, оперу поют дома. Идемте, будем петь. Нет, муж повесит меня, говорит она. Не позволяют мужья. Нартежи Опа, ваша невестка работает в салоне? Да. Когда мы к ней пойдем? Пусть сделает нас красавицами. Смелые дети. Запросто так, что ли? Да, но скажу заранее, мы не дадим ни одного сумма. Я говорю вам заранее. Если мы пойдем на праздник, она нам сделает красивые прически? Да, давайте поухаживаем за собой и будем красавицами. Вот смотрите. Говорят, эта религия не позволяет, то религия не позволяет. Мужчины ухватились за религию и мучают, убивают женщин. Это неправильно. Ислам говорит, хорошо обращайся со своей женой. Вот смотрите, скажи ей ласковое слово, положи ей кусочек пищи в рот. Вы попадете в рай благодаря той пище и тому доброму слову. А они что за книгу читали? Это же прямо написано в Коране. Будь добр к своей жене, не ругай ее, не бей ее. Мухаммад, мир ему, говорил, не бейте своих женщин по лицу. Они мои дочери. Вот религия. А они какие книги читали? Правильно. Она поет. Она еще и активистка в Махалле. При этом делает много дел. Но муж продолжал ее избивать. Говорит, не делай то, не делай это. Зачем ты поешь в школе? Почему так поступаешь? Никак от нее не отставал.
Она говорит, что такого, что я пою? Он отвечает, поют только плохие женщины. Посмотри на них. Только плохие женщины поют, что ли? Потом он услышал, как она поет. Зачем ты туда ходила и пела, говорит. Этот человек, когда он сделал этот документ, он сделал справку из психбольницы. Зачем? Я не знаю. Этот мужчина себе на уме. У них 4 детей. Затем, когда она пришла из школы или откуда-то с пения, он ее избил. Дети спали в соседней комнате. Вот такой большой кувалдой. Раздробил ей голову кувалдой. Вот, смотрите. Значит, у него был умысел убить. Это умышленное убийство. Его не стали сажать в тюрьму. У него, оказывается, была справка из психиатрической больницы. Его временно задержали и допросили. Я не знаю, что произошло после этого. Видите как? Дети спали в соседней комнате. Расплющил ей голову кувалдой. Потом она умерла. Таких печальных историй много. Кто знает, что с этим мужчиной дальше было? Кто-нибудь что-нибудь скажет? Не понимаю. Плохо. Вот ты зига, у тебя брови плохо накрашены. Если бы я знала, я бы перекись добавила. Звук дутары пусть будет лекарством, Йор-Йор, для того прекрасного парня. Стать бы мне его возлюбленной, Йор-Йор. Есть такие строчки в песне. У другой женщины муж сидел и пил весь концерт. Потом подошел к ней и дал всего 10 сумов со злостью. Но она взяла деньги, раз муж дает. Они вернулись домой, и муж ее так сильно избил, бедняжку. Так сильно бил. Все вокруг в крови было. На следующий день мы пошли к ней. Пошли проведать ее. Мужа не было дома. Напился, избил ее и ушел куда-то. После этого она сказала, я не буду петь. Он ей еще и пригрозил. Будешь петь, я тебя убью. Мне стало так горько на душе. Мне мой муж говорит, пойте. А ее очень сильно избили. Он ее избил, разорвал на ней одежду. Говорит, ты вышла в круг, пела. Мне полюбился красивый юноша. Где этот красивый юноша? Спрашивала Билла ее. О, Господи. Потом она перестала петь. Ее зовут Манзурахон. Она продолжает жить с мужем? Да, живет. У нее 4 детей. Не поет. Ужас. Невеста луна, жених солнце. Это как луна и солнце. И пусть их любовь будет жарче любви Юсуфа и Зулайхи. Пусть растут и размножаются.
Посмотрите в зеркало вместе. Посмотрите в зеркало вместе. Аллах смотрит на вас сейчас сквозь 7 слоев неба. Пусть они живут долго. Да будет жених, как солнце, и невеста, как луна на небе. Дай Бог, аминь. Ой, пусть она будет хорошей невестой. Пусть она будет золотой невестой. Пусть будет быстрой, шустрой, услужливой невестой. Браво! Пусть льется мед с уст ее. Когда она идет, пусть по ее следам распускаются цветы. Пусть идет, пусть стоит, пусть родит близнецов через 9 месяцев и 9 дней. Говорят, все пришли. Говорят, все пришли. Приходите, дорогие тети. Невеста вам кланяется. Говорят, мама тебе друг. Говорят, мама тебе друг. Мама друг в этом мире. Кланяюсь моей маме. Мама, примите белое молоко. Мама, примите хлеб и соль. Кланяюсь вам, мама, йор-йор. Кланяюсь, кланяюсь, йор-йор. Невестка кланяется, йор-йор.